Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp. Хочу показать, как настроить эмулятор RPC X3 для того, чтобы поиграть Mortal Kombat 9, по-моему. Наконец-то мне удалось подобрать определенные приемлемые настройки для стабильной игры. Последнюю прошитую сборку необходимо скачать. Мною она уже скачана, я приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Настраиваем. Обе галочки ставим. Геймпад играю на клавиатуре, поэтому выбран кейборд. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх. Теперь на клавиатуре нажимается клавиша, что будет вверх. И так по аналогии весь геймпад настраивается. Если у вас есть настоящий джойстик и вы с его помощью хотите играть на этом эмуляторе, то можете посмотреть видео о том, как его настроить. Ссылка будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Конфигурация. Отключаем все галочки. Мега. Поехали дальше. Вулкан. Двойка. Off. Disable. Обладатели многоядерного процессора могут улучшать себе качество картинки. Я, допустим, вот так вот себе поставлю. Но, помните, это скажется на быстродействии. Дойдем до конца. Сейв. Перенесем сюда саму игру. Mortal Kombat 2011 года. Правая кнопка мыши, boot, компиляция начата. Это уйдет какое-то время, я это вырежу. Подождем. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. Обалденный мортал, конечно. Мышка в сторону, чтобы не мешала. Файт. Давайте посмотрим. Ну, Скорпион, конечно. Скорпион. Хорошо бы с Саб-Зиро сразиться. Ну, как раз. Надо же, такое совпадение. Ну давай, ледяной воин. А вот и я. Собственной персоной. Хороши, красавцы. Ближе к телу, как говорил Мапасан. Раунд 1. Файт! Сюда иди. Это классика. Ух ты, Руби Гасс. Приятно? Плохо сопротивляешься. Scorpion wins. Отлично тут все и по графике, по всем делам. Раунд 2. Файт!
Ух ты. О, как напоследок. Я, похоже, зубным мастером подработал. Что, фейталити? На прощание. Обалдеть. Ничего, наконец-то заработано. Более-менее настройки подходят, чтобы более-менее комфортно играть в эту игру. На этом эмуляторе. Удалось. Как мне кажется. Поехали дальше. Кто там у нас? Китана. Приемная дочь императора. Которой 10 тысяч лет. You will learn respect. Отличный крем для лица у вас. Для 10-тысячелетней девушки. Хорошо. Отлично, горишь. Полагаю, бой окончен. Ах ты, сбежал от моего супер удара. Зато я не сбежал. Сюда. Живи пока. Не понял. Сектор, если я не ошибаюсь. Ладно.
Ладно, ближе к делу. Ого! Как по железке покатить попал. Надо же. Враги стали посерьезнее. Надо что-то делать с кабаном. Не успел. Отлично горишь. 1-1, я полагаю. Бесполезно. Он наконец-то попался. Ну, уже полегче. Наверное. Ну что, все показал. Как вы видите, вполне приемлемо. Все нормально работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com. Ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com. Scorpion wins. Fatality.